Ну вот, ехала домой в больнице. Вот это чудо по дороге скачет, он даже не летает. А кто это? Ворона или кто? Мам, возьми. Маленький. Вокруг уже кошки, естественно. Не, он просто разговорчивый такой. Идем, идем, идем. Что такое? Пить? Вон, сейчас налью, да. Кушать? Кушать? Ты хочешь кушать или пить? Не, ну смотри, но крылья поднимает, как это. Но он не летает. Пойдем, 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 мой хороший, пойдем, 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 пойдем. Нет, не обидно, нет, нет, нет. Ну. Ну сейчас покушаем что-нибудь, покушаем. Вот он по дороге ходил. То есть он даже не убегает, вот он защищается, но он не убегает. Ну по нему видно, что он молоденький. Мне кажется, он тебя ругает. Ну там уже кошки, то есть у нас частный сектор. Линда, нельзя пугать. Линда, не надо. Ну, как бы, если он не сломан, то он потом улетит. Угу. Ребенок голодный ужасно. Ну вот, смотри. Сейчас, сейчас. Мяско, мяско. Чё? На, хлеб будет. Большой. Ну что такое? Что ты, крикун? Голодный, да? Маленький мой, маленький. Маленький, кушать охота. Ой, Линда, на хлебник еще. Эх, кто? Чё? А, выпустить? На, корм, на. Кака? Это кака? Ну вот откуда ты взялся на мою голову такой? На, налей ему, сполосни мисочку, налей свежей водички. Водичку будешь на? Ну ты мой хороший, ты мой хороший, 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 хороший.
Нет, никто не обидит, нет. Все, мы сейчас поведем. Че, давай творожка вон, поедим. Смотри, вон, смотри, смотри. Птица. Маша. Я тебе. Птица. Все. Птица. Да еще смотри какой. Его кормить надо. Хочешь ты покушать? Ай да, я тебя выпущу. Ай да, я тебя выпущу. Сынок, иди. Че, горешь ты больно, да? Скажи, ну что, ты наелся, а че орешь тогда? А еще? Давай, на. Молодец, мой хороший. Молодец. Давай. Вот, молодец, да. Творожок, да? Вот, ну там, где я его нашла, там не было ни гнезд, ни деревьев рядом. Не посмотрела в округе, не видно ни ворон, ну, ни маму ворону, ничего. И то есть, если он выпал из гнезда, я не знаю где. Но деревьев поблизости нет, он бегал по асфальту на жаре. Вот сейчас посадила его на дерево. Че ты орешь? Иди. Ты покушал, 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 да. Но я не знаю, где мама ворона твоя, ребенок. Мой маленький. Ну вот такой крикун. Я не знаю, что с ним делать, ребят, потому что я не представляю. Там действительно нет ни деревьев, ничего. Он просто бегал по асфальту. Его были раскатала либо машина, либо очень вокруг много кошек уже было. То есть либо кошка сожрала. Вот покормила, пока сидит. Его, в принципе, наверное, он отъестся и улетит. Но будем думать. Так, ну вот я проехалась еще раз по району. Даже на тех больших деревьях, которые встретила уже отдалеко от того места, где его нашла, нет ни гнезда, нет ни ворон, нигде не видно ничего. Здесь в основном только кусты вишни и всего прочего. Вот. А сейчас поеду отвозить еду Бельку. Там покажу его. Так, Бельку привезла вот еду. Где мой красавчик? Где мой красавчик сопливый? Чё, мой зайчик? Привет. Привет. Привет, мой малыш. Ты чё? Чё такое? Что мой с этим хвостиком виляет? Ты зайчик. Да ты мой красавчик. Да, 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 да. И куда собрался? Куда ты собрался? Кто хвостом виляет? Чья собака хвостом виляет? Моя? Да, дядя мой сладкий. Покажи зубки, покажи. Ой, как почистили зубки. Ой, зубки почистили прям. Ой, ой. Вот. Да, сейчас тебя подлечим. Подлечим тебя, мой мальчик.